Сторожевые башни пылают. Стражи успели предупредить крыш. Обороны. Бросили все силы против затмения, но удержать врата не удалось. Это будущее Аида. Железо и пепел. Мне поможет. А туда можно залезть? Еще одна битва и еще одно поражение. Затмение идет дальше. Thank you.
Затмение. Так и есть, зараженный Громозев. Выжившие должны были укрыться в горе. Если тоннель обрушится, они окажутся в западне. А я не смогу добраться далеко. Вот так! Разнесем гору! Пошлем к ним в логово наших демонов. Может понадобиться.
Элой, все Искатели. Так же, как в старых преданиях. Железный бес вновь сражен на склоне горы. Если бы ты не вернулась, племя было бы обречено. Ты спасла нас. Сделала то, что не под силу ни воину, ни вождю. Я так рада, что ты цел. Варл, все хорошо? Столько убитых. Столько горя. Хоть на этом все? Увы, нет. Это лишь одна битва. Будут еще. Ясно. Но пока у нас есть такой воин, как ты, мы все преодолеем. Сколько человек уцелело? Почти все матриархи и многие семьи, хвала богине. Но воины всего несколько и почти все ранены. Ни один враг еще не наносил нам такого страшного удара. Даже Карха в годы красных набегов не могли прорваться к объятиям. Пусть этот враг и прорвался, но уйти не ушел. Мы не выпустили. Расскажи про нападение. Как все было? Ударили с востока. Стражи видели убийц на подходе. За ними шли истребители и демоны, и другие машины в безумии. Мы их ждали, встретили их градом стрел. Но они все шли и шли. Наконец, мы отступили к вратам объятий и заняли оборону. Но их было много. Те, кто выжил, отошли к горе. Значит, выжившие укрылись в горе? Но ведь туда вроде можно только матриархам. Тирса нарушила запрет. Велела жителям спрятаться внутри. Лензра была против. Но в этом гомоне ее просто никто не услышал. Тирса спасла много жизней. Хорошо. Хоть в ком-то возобладал здравый смысл. Ты сильно ранен? Синяки сойдут. Кости срастутся. Не надо мне песен, говори как есть. Раны болят, но не так, чтобы я не мог драться. Мне нужно войти в гору. Матриархи тебя уже ждут. Знаю, но я пришла не к ним. Тогда зачем? Увидишь. Великая мать оставила Нора. Да мы же проклятое племя. И мы погибнем. Пошла сюда. Да защитит тебя богиня, Искатель. И пусть она защитит то, что осталось от нашего племени. Thank you.
Искатель? В самом деле? Элой! Ты вернулась! Тэп? Поговори с матриархами. Они ждут. Чуть позже. Я спросить хотела. Спрашивай. Мне надо к... Да. Элой, ты вернулась. Нет. Когда на нас напали, я отвела Брома сюда. Мы ели. Оставьте меня в покое. Правда. Уйдите. Элой, ты вернулась. Искатель снова с нами. Подойди к нам. Рассказывай. Глупая женщина. От нее же все наши беды. Девочка, подойди, Искатель. Нам нужно многое обсудить. Преподала мне урок. Ей сюда нельзя. Это святотатство. Я знал, что ты выживешь. Великая мать, дай мне сил, чтобы... Помочь. Я рад тебя видеть. Скажи, ты сильно ранен? Ерунда, порезы. Ничего такого, что я не смог бы сам заштопать. Значит, и швец может быть очень полезен в бою. Да. Выходит, может. Прошу, подари благосклонность одному из твоих детей. Итак, ты наконец вернулась? Не просто вернулась. Прорубила путь сквозь полчища врагов. А еще она одолела зараженного Громозева. Она сняла осаду. Как ей это удалось? По воле Великой Матери. Так ты вернулась, чтобы поговорить с богиней? Да, можно так сказать. Теперь должно получиться. Сестры, мы не можем этого допустить. Из-за нее племя оказалось на грани гибели. Вдруг она призовет отца, железного беса? Она хочет погубить нас всех. Ей надо помешать. Лензра, хватит. Не стойте у меня на пути. Не бойтесь. Если я что и усвоила за это время, так только то, что есть люди пострашней, чем вы. Наконец-то. Проводится опознание. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Поправка. Альфа-реестр восстановлен. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Сон. Вы можете войти. Уже внутри. Как знала, что ты объявишься. Ну, приступим. Скорее продолжим.
Это и есть Элифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. Так значит, здесь... Здесь ты родилась. Но почему? Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю, но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет, я сегодня король, мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе, не огоньки с картинками. Всему свое время, дети. Свое время. Это что, колыбели? Колыбели комплекса «Колыбель». А эти существа, исполнители, заботились о младенцах? Больше было некому. Сейчас! Там много места! Сейчас, отец! Дети, эта зона пока недоступна. Вали его! Внимание, физическая агрессия. Физическая агрессия недопустима. А тебе можно? Чёртовы стражи! Дети, я могу вам помочь? Лекарь, уходи! Лена, у тебя небольшой синяк. Уходи же! Голубой – это цвет неба. Белый – это цвет облаков. Желтый – это цвет солнца. Зеленый – это цвет травы. Цветы бывают любого цвета. Посмотрите. Пчелы желто-черные. Они любят цветы. А вот и они. А здесь они жили? Какой беспорядок! Все сломано или испачкано. Сколько они тут прожили? Дети, давайте-ка поденем, попрыгаем. Оставь нас, отец! После того, что случилось, я не могу оставить вас одних. Вы нарушили правила. Дай нам поговорить! Уходи! Простите, дети, но я должен за вами присматривать. Да ты ведь даже не человек! Вы расстроены. Давайте побегаем, выпустим пар. Я вынуждена вас выпустить. Но
Почему? У нас закончилась еда. А снаружи есть еда? Мы точно не знаем. Ладно, пошли. Не знаю. А мы сможем вернуться? Вдруг замерзнем? Простите, но это невозможно. Теперь вам придется выживать самим и помогать друг другу. А что будет с тобой? Я останусь здесь, буду спать и буду вспоминать вас. И что с нами будет? Вы будете учиться, будете храбрыми. Они провели тут всю свою жизнь. Видя перед собой все это изобилие. Что? Что произошло? Почему они не могли попасть в другие зоны? Неизвестно. Но у тебя такой проблемы не будет. Эту дверь они сильно не взлюбили. Она была заперта. Конечно, их это злило. Проводится опознание. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Собик. Можете проходить. Добро пожаловать в лицей. Хранилище знаний. Так, что тут было такое? Мечта об Аполлоне. Так и не сбывшаяся. Но почему нет? Здравствуйте, ученики. Здравствуйте, дитя. Возьмите меня лист, зовут Самина. Закрепите его на голове. Сегодня большой день. Я облазил полмира в поисках визоров, которые можно было бы починить. А здесь их целая куча без дела валяется. Аполлон отключен. Аполлон отключен? Ты была права, Элой. Это кладбище. Мавзолей знаний. Подумать только, чего бы мы могли уже достигнуть. Вдруг его можно починить. Но я сюда не за этим пришла. Конечно. Что стоят все знания человечества по сравнению с тайной рождения одной девчонки? Продолжай поиски. Продолжу. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание. Неисправность. Аполлон отключен. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание. Неисправность. Аполлон отключен. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой... Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Что-то важное. Да. Полагаю, сейчас мы много узнаем. Элизабет, я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция АИД. Полностью перехватит управление системой терраформирования,
после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока Аид не взял на себя управление, я готовлю реактор Геи Прайм к перезагрузке. Последующий взрыв должен уничтожить Аида. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить гейм. Одну минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. Аид отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... Ох, файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет? Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. У меня не было матери. В каком смысле? У тебя их две. Женщина и машина. Я не человек. Я инструмент. Изготовленный машиной. Рожденный в хаосе. В пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Геи Прайм. Неисправность модуля опознания устранена. Элифия 9. Выводок 1. Доступ открыт. Должно быть любопытно.
тобой говорила богиня? Ну да. Что она сказала? Что я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать и дальше. И ты это сделаешь? Такова ее воля. Для того я создана. Да, я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. Слава Элой, избранной Нора! Слава Элой, избранной Нора! Хватит! Слава Элой, избранной Нора! Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Как тебе помочь? Если можете, готовы сражаться, идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Нора, расступитесь! Дайте ей выковать тропу, по которой другие пойдут. Какому будущему поведет нас избранное? Сражение все еще в сиротстве, но мы победим его. Избранное об этом позаботится. Владимир, защити свою избранную, чтобы она смогла очистить мир. Заражение все еще бушует за пределами священных земель. Элой, как у тебя получилось? Тихо, Арана. Она же избранная. Мы пойдем в Меридиан, Элой. Я возьму мамино копье. Арана! Твой отец прав. Твое место здесь. И его тоже. Я видела, как ты зашла туда. Видела, как ты вышла. Но все равно не верится. Нет. Оставь меня. Моего племени больше нет. Я здесь не задержусь. Нора потеряли слишком многих, Рэш. Но утрата тебя мало кого расстроит. Это было... Я никогда такого не видел. Элой, как тебе это удалось? Ты проникла в сердце горы. Даже если она не избранная, уничтожить заражение за пределами это священия. Такая честь для меня избранная. Избранная спасла нас, вернула мне надежду. Она способна вычислить заражение белыми священными. Я почти утратила надежду, но избранная спасла нас. Она может все. Она вычистит заражение за тобой.
топливный элемент. Осталось найти еще один, и я смогу добраться до тех древних доспехов. Да так и не узнаем, что она увидела в этих горах. Никогда не знаешь, когда пригодится.
Хорошая штука. Выглядит неплохо. День 11. Я хотел здесь умереть. Но вместо того, чтобы вкатить себе тройную дозу прямо на месте, я пошел гулять по берегу. И вот ровно на этом месте меня осенило. А потом от этой идеи уже невозможно было отвязаться.
начинается.